Мы здесь. Идем. В тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. Здесь. Сын? Сэр? Ах,
Ну вот опять. Дезмонд? Слышишь нас? Ага. Что случилось? Храм снова вызвал просачивание. У тебя случилось что-то вроде припадка. И ты засунул меня в анимус вместо того, чтобы, не знаю, проверить, все ли в порядке? Никакой опасности не было. К тому же храм, похоже, говорил с тобой. Я не хотел рисковать и разрывать вашу связь, пока мы не узнаем, чего он хочет. Ага, конечно. Сынок. Ничего, понимаю. И я знаю, что ищу. Кстати, это ключ. Правда, где он, я не знаю. Может, затем она меня и просочила. Она? Юнона. Она говорит со мной. Хорошо, Дезмонд. Пока ты был в Константинополе, мы обновили прошивку анимуса. Я проведу пару тестов, проверю, нет ли серьезных ошибок. Ладно. Что надо делать? Начнем с простого. Дойди до маркера. Неплохо. Теперь потренируемся лазать. Через полосу препятствий. Это условие. Дополнительные задания. Ускоряют синхронизацию. Ладно, Дезмонд, следуй инструкциям и убей двух тамплиеров. Нужно перепрыгнуть на ту сторону.
уровне синхронизации в норме. Можно простроить мир. Пора понять, чего хочет храм. Сэр. Да, да. Просто задумался, вот и все. Не забудьте приглашение. Мастер Бёрч ждет вас внутри. Благодарю. Где вас забрать, когда вы закончите? Перед театром. И не тяните. Я не собираюсь ждать. Я мигом приеду. Приглашение, сэр. Взять у вас плащ, сэр. Дамы и господа, будьте так любезны занять свои места. Нет способа лучше хорошей порки. Вот, это он так говорит. Но мы с тобой лучше знаем. Не понимает? Ему же хуже. Мы ему растолкуем. О да, мой брат много лет работал. Добрый вечер, сэр. Сюда, пожалуйста. Если верить последним вестям, у меня... Извините. А страдает простой люд, а не герцоги с принцами. Здравствуйте, Хайтем. Реджинальд. Скажу вам без утайки... Я безумно рад, что они возобновили эту постановку. Вы ее слышали раньше? Да, еще мальчиком я был здесь с отцом. Но мало что помню. Вряд ли я смогу позволить себе роскошь насладиться музыкой и сегодня. Да, полагаю, что так. Значит, к делу. Вы его видите? Устроился в одной из лож выше. На лестницах стража. Придется найти другой путь. Я уже нашел. О, как тебя отделали. Пойду-ка я. Прошу прощения. Извините.
Внимание! У меня поджилки трясутся. А ты хлебни для храбрости, да и все. Да, но я слышал, он под охраной. Высокие дубы подставляют. Джереми сегодня просто в ударе. Он чудо. Смотрит на всех, кто близко подойдет к его ангелочку. Ведь его сестре уже за 30. Хейтем. Лучше бы вы пришли ко мне. Мы бы нашли другой способ. Да. Но тогда бы вы знали. Признаюсь, мне очень жаль. И мне. Спокойно. Вот он, хватай его. Да что случилось? Человека убили где-то на верхнем балконе. Я тут ни при чем, клянусь. Обыщите его. Прошу прощения. Они нашли убийцу. Они не знают, что это. Прямо в офисе. Осторожно. Нет, поскорее бы выбраться отсюда. Спокойно, опасности нет. Уходим сейчас же. Что там делают эти люди? Я остаюсь здесь. Прочь! Глупец! Только без паники! Куда вы идете? И как вам опера, сэр? Довольно скучно. Тогда поедем? Да. На Флит энд Брайт. Как прикажете. Потрясающе. Господа. У меня в руке ключ. И если верить этой книге, он откроет нам доступ к хранилищу тех, кто пришел раньше. Понятно. Тех, кто правил, а затем исчез без следа. Знаем ли мы, что скрыто внутри? Возможно, знания или оружие.
или нечто новое, неведомо для чего предназначенное. Что угодно из этого, или ничего. Эти предтечи по-прежнему загадка. Но я уверен, что бы ни скрывали эти двери, оно пойдет во благо нам всем. Или нашим врагам. Успея не раньше. Вряд ли, благодаря вам. Вы знаете, где это хранилище? А, мистер Гаррисон. Здравствуйте. Точны ли ваши расчеты? Полагаю, нужное нам место в этой области. Она довольно велика. Прошу прощения, если б я мог рассчитать точнее. Ничего, для начала сгодится. Поэтому мы и позвали вас, Кенуэй. Вы можете отправиться в Америку, отыскать хранилище и завладеть всем, что внутри. Я к вашим услугам. Только для дела таких масштабов одного меня мало. Конечно. Здесь имена 5 человек, сочувствующих нашему делу. Каждый одарен уникальными способностями. Так что вам не о чем волноваться. Что ж, тогда я отправляюсь. Я знал, на вас можно положиться. Проезд до Бостона оплачен. Корабль отходит утром. Вперед, Хейтем, и прославьте нас всех. Мне не помешает пройтись.